Guvernul va fi format. Правительство будет сформировано на усмотрение кандидата и будет формироваться не по политическим критериям, а по критериям профессионализма. Госпожа Дурлиштяну заявила, что она согласна вмешаться в сложную ситуацию, которая сегодня создалась в стране. Ей не важно, кто из депутатов ее выдвинул и кто проголосует за нее. Она все равно будет с присущей ей профессионализмом исполнять функции премьер-министра. Председатель парламентской фракции ПСРМ также отметил, что кандидат в премьер-министры готова начать консультации с депутатами. Фуркулица убежден, что число депутатов, которые поддержат Дурлиштяну, увеличится. Она придет и пообщается с фракциями, и мы уверены, что после этого появятся новые политические формирования, фракции и группы, которые поддержат ее кандидатуру в дополнение к 54 выдвинувшим ее. Это будут и демократы, и из ПРО-Молдова, и не исключаем, что из ПДС. Скажите, чем плоха кандидатура госпожи Дурлиштяну, в том числе и для правой партии? Мариана Дурлиштяну, кандидат в премьер-министры, выдвинутый ПСРМ. За свою карьеру она работала министром финансов, служила послом Республики Молдова в Великобритании, была главным банкиром в Европейском банке реконструкции и развития для Молдовы, Беларуси, Западных Балкан и Турции.